отношение человека к своим родителям, оно должно быть священным. Я считаю, что несмотря на то, сколько там мама делала или папа делал для вас, были ли они хорошими или плохими, совершали ли они какие-то поступки или не совершали, это вас не касается. Ваш священный долг, по моему мнению, изменить свое отношение и делать все так, чтобы им было комфортно, чтобы они могли понимать, что их возраст, он под защитой вашей, и что они могут и благодатно, и благотворно и проживать, и доживать, и, в общем-то, жить и чувствовать себя хорошо. Я считаю, что не нужно вспоминать о том, кто что кому дал, потому что это похоже немножечко на такую вот продажность. А я считаю, что...